Вижу, 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 вижу. Эй! О, да что? Стаканчик отомстил мне, я понял. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Канео, Куики, Енот, Стаканчик. Пацаны, поздоровайтесь. Да. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем мочилово. Вон он, я его вижу, мочите. Где? Прыгает, прыгает, вот среди контейнеров, вот там вот. Давай, давай, зайди, вон он, в воду упал, дурачок. Хаткраб умеет, кстати, плавать, я проверял, он может на поверхности воды четко плавать. Так, 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 вы его видите? Вижу, вижу, вон там он. Может снайперку взять? Попробуй. Но когда он ходит, слышно лапки, да, его? Да. Ну его не слышу. Да. Может он на картофанах там? Хедкраб на картофанах. Это что-то новенькое. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Я слышу, кто-то фигачит, это по хэдкрабу? О, убили! Хэдкраба уже убили, ребята, первое убийство есть, вон он. Он не успел хэдкраба взять, я уже его мочу. Димка читер. Хэштег. Так, побежал, побежал, побежал. Я вижу, он здесь. Лапки, лапки идут. А меня уже все, ни за что не убьют. Я спрятался. А где ты? Так надо его мочить, а не прятать. Ой, извини, я своего убил. Извини, я обстоял. Обстоятельства, просто вижу, кто-то бегает внизу. Хочется всех убивать, страх. Боюсь хэдкраба. Я заложу все. Пацаны, где он? Вот он, где-то тут. Слышу, стреляет по нему. Ах ты говно, иди сюда. Так, он должен по воде тут плыть. Ой, блин, упал в воду, да ё-моё. Эй, по мне не стреляйте, это я, мой, свой. Да ну не стреляйте по моему. Я понял, это моя отмазка голимая, когда убиваешь своих. Что я убил его. Тут все, каждый сам за себя, да? Ага. Мочилово. Он спрыгивает в воду, и я его сожгу в воде. Давай. Он просто за тобой бежал, и я стрелял по нему, я его убил. А где он? А я его убил уже, он где-то спал. А, вот, по нему пуляют. Он еще никого ни разу не убил? Нет. Я знал, что сегодня хэдкрабы не покажут свою сильную сторону. Но стоит только одного заразить, и начнется движ, потому что... Когда будет два хэдкраба, намного будет сложнее уже контролировать ситуацию. О, вижу, огнеметчик пошел. О, вот он, где-то тут. Я слышу его, надо быть осторожным, ребята. Он очень может быстро нас убить. И стать быстрым зомби, кстати. Где он? Слышь ты, крикун, выходи. Сыкун вонючий. А вон я вижу его. Где, где, где он? В дверях. Он в дверях. В кармане. Я же вижу, вижу, вижу. Эй! О, да что? Стаканчик отомстил мне, я понял. Я так раком упал, прикольно. Вы убили его или нет? Нет, не убили его. Он хитрый жук, хитрый этот, хэдкраб. Ну, похоже на жука. Я вижу... А, это наш плывет. Я уже хотел стаканчика опять убить. У нас тут по очереди убийства будут. Я слышу, он топает. Слышите? Вот он, вот он! Ай-яй-яй. Отлично! Красиво попадание. Спасибо. Кстати, ребята, Serious M2 оружие его ваншотит. Конечно, у меня там сколько? 30 хп. 40. Nice. It's okay, хлопцы. О! Я вовнутрь зайду, буду изнутри воевать. Пацаны, вы убили внутри корабля? Тут очень круто сделано. Заходите, потусуемся тут. Так, тут компьютер у нас есть. Давайте изучим карту. Мы бегаем там по улице. Здесь даже есть план корабля. А нет, это карта прям целая. Фигась. А, двери автоматически открываются. Так, это на улицу. О, тут еще вниз можно спуститься. Подожди, это уже на улицу. О, здесь есть моторный отсек. Я видел его. О, тут электричество. Эй, электричеством бьет. На. Убил, красавчик. Ваншот.
Да, у меня там 20 хп. Это все на улицу ведет. Мишки есть. Так, давайте возьмем бешеных попугаев. Я иду на улицу, пацаны. Будем его фигачить. Че, ничего никого не убил? Нет. Только я его. Сегодня мы издеваемся над крабами. Ты потише, мужик. Я ж тебя могу попугаями убить. А попугаи кончились. Ой, тихо, ты чё, чё, дорогайся. Я его должен убить каким-то образом. Чё, где он? Понятно, ты своими взрывами взрываешь. Ну да, я тут этот фигачу все, что я вижу. Как он полетит по воде? Ну да, он не может. Только плавать надо. Так, здесь тоже прикольно сделано. Даже отражения такие. Чуть ли не RTX там. А он плывет. Плывет, да? А я знал, что такое. О, тут все побьется. Там, а что, ты мне, твоя голова показалась крабом. А где он? Краб. Ну что, звуки прыгания. Сейчас походу камера. О, Мишка Фредди плывет. Давай, давай, приближайся. А где он? Я его слышу, но не вижу. Мишка Фредди. Там по кораблю. Кораблю плывет. А вон он, где видел? Сзади тебя стоит. Я стекла все разбил на карте. Достижение. А ты в ты, а где? Он упал. Он упал. Сегодня у нас, ребята, хедкраб неудачник. Сам напросился и не может никого убить. Давай, испоганься. А, убил кого-то? Нет. Ну я слышал, как будто он коснулся. Он уже вот-вот и кого-то замочит. Если бы я играл за хедкраба, я бы уже 100% кого-то убил. Все, убили его. Так, ребята, давайте, короче, приходит другой хедкраб ему на помощь. Знаете кто? Правильно, я. Ладно. Дима, зря. Узнаем, где ты находишься. Идет помощь. В виде хедкраба. А, вы знаете, где я нахожусь? Так давай, покажи. Ой, твою, блин, мощь. Я ж вам не Стим Куёко, я смогу вас убить всех. Отдыхай. Опять убил его, да что ж такое? Дима, я в вашей команде. Вот, я вот. Дима, уже трое. О, отлично. Сейчас мы увеличим свою популяцию и замочим вас. Вы что думаете? Это все просто так? О, я еще здесь не был, вообще жир. Блин, крутая карта. Здесь столько всего. Тут даже машина внизу есть. Так, пацаны, я иду помогать вам. Поднимаемся наверх. Ой. Ну ладно. О, хедкраб по лестнице лазит. Мне это нравится. Да. Ты еще... То, что ты стреляешь, ты молодец. Но еще надо попасть... О, я уже одного ранил. Так. Давай, 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 он сюда идет. Я предугадываю действия игроков даже. Сейчас мы енота заразим. Он думает, что просто такся. Я иду к нему. А, вот так значит. Хорошо, хорошо. Каждое утро. Подождите, а как наверх можно подняться? Засал, да, хедкраба? Прыгучего. Так, 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 ждем, ждем, ждем. Сейчас по-любому кто-то придет сюда. И мы его на него напрыгнем на бошку. Я стану быстрым хедкрабом. Енот, ты живой? Да, конечно. Не, ну ты хитрый убил жук какой-то. Киоку. А ты задрал убивать наших! Дима, я жирный хедкраб. Да? Да, я в дверной проем еле влез. Ух ты! Нифига себе меня откинул, это разве нормально?
Да. Да ты чё своих валишь, стаканчи? Это обстоятельства. Обстоятельства, понял. Вопросов нет, все четко. А ты тварь, блин, я думал, ты легко бы за хэдкраба, а оказывается тяжело. О, а вы знали, что здесь рандомный спаун, не только в одном месте? Не вообще поставил на другой части корабля. О, хороший прыжок. Отличный прыжок. Слушай, оружие кто-то себе выдает. Да, но патроны закончились, знаешь, сколько у вас... О, уже быстрый хэдкраб появился, отлично. Сколько хэдкрабов уже? Сколько нас? Мало, мало. Ах ты тварь дробовишная. А, это наш, блин, уже хотел убивать на радостях. Карта невысокая. Отлично. Ты что думал, будешь вечно убивать меня? Не-не-не. А кого-то я захватил? Я енота забрал. Отлично. Ну что, давайте, я готов сражаться с хэдкрабами. Первого стаканчика убиваем. Да, давайте, охотимся за стаканчиком. А что, ты боишься, что ли? Нет. О, вижу, вижу цель. Слышь, ты иди сюда, сынок. Я тебя должен убить. Отлично, я убил. Меня убили. Да енот, ты зараза вонючая. Ну блин, мы так не договорились. Ты же сказал, что не будешь меня убивать. Всех захавал. Да ты как? Ты какую-то команду видел? Анти-хэдкраб. Не, я подождал, чтобы вы там друг друга перебили. А, ты знаешь, как это в битву, да? Ждут, пока останется самый последний небочный и добивают его, да? Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и посмотрим мои ролики еще.